Уж кто-кто, а клиенты Сбербанка точно знают перемены к лучшему. Работу над собой банк начал несколько лет назад. Сохранив известный бренд, Сбербанк полностью поменял и свой внешний облик, и подход к работе с клиентами. Офисов банка стало больше, линейка представленных услуг в нем расширилась, а сам Сбербанк стал современной, еще более клиентоориентированной компанией. Мы существенным образом меняем наши условия работы с нашими клиентами. Мы повышаем достаточно серьезные ставки по депозитам, мы расширяем линейку тех продуктов, которые мы можем предложить нашим клиентам, поэтому мы посчитали важным еще раз показать, насколько мы становимся ближе лицом к клиенту. Одним из самых перспективных направлений Сбербанка на сегодня является формат премиального обслуживания Сбербанк Премьер. В Самаре даже есть центр премиального обслуживания, расположенный на улице Нововокзальная, 130. Здесь клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугами персонального менеджера. Он может взять на себя все вопросы, связанные с вложением и приумножением средств, и подобрать продуктовую линейку в соответствии с потребностями и возможностями клиента. Для удобства клиентов разработаны специальные комплексные тарифные планы. Продуктовая линейка изменяется таким образом, чтобы не предлагать клиенту какой-то один продукт, а предлагать финансовое решение. То есть, если человек хочет накопить деньги в надежном формате, застрахованном варианте, с накоплением, достаточно серьезным на долгосрочную перспективу, то есть предлагается один тарифный план. Если человек хочет решить свою краткосрочную потребность, другой вариант. Депозиты предлагаются в комплексе со страховками, предлагаются накопительные формы страхования, которые являются, по сути, аналогом банковских депозитов, но более привлекательным по своим условиям и более прибыльным. Пользователи тарифного плана Сбербанк Премьер получают целый ряд возможностей повышения своего дохода. Например, доход по вкладам в среднем может быть выше на 1,5%. Возможность оформить несколько премиальных банковских карт, получить качественный консьерж, сервис России за рубежом, VIP-обслуживание во многих аэропортах мира – это небольшая часть опций тарифного плана Сбербанк Премьер. Руководство Поволжского банка надеется, что премиальный формат обслуживания быстро наберет популярность и позволит клиентам по-новому взглянуть на традиционные банковские услуги. Если клиент, однажды пришедший ради открытия обыкновенного вклада, вернется сюда вновь, чтобы пустить накопление на открытие или развитие своего дела, в Сбербанке будут только рады.